спортивной школе ИКАР 11 видов спорта для детей и взрослых. Среди них есть и командные игры. Баскетболом интересуются и младшие ребята, и подростки, и старшеклассники. В этом учебном году у них появилась возможность заниматься с новым профессиональным тренером Николаем Бодрухиным. Николай завершил спортивную карьеру и решил в качестве хобби научить детей мастерству. Еще на первом занятии он понял, что ему действительно интересно это дело, а его миссия – показать школьникам ценность здорового образа жизни и спорта. Так как баскетбол – командный вид спорта, это еще и коммуникация, это взаимодействие между спортсменами, что, в принципе, им очень пригодится в будущем. Самое важное, что они вынесут из этого зала – это дружбу, это поддержку, братское плечо, и что будет им способствовать в дальнейшей жизни и помогать. Физическое развитие для школьников очень важно. Но как заинтересовать их спортом и в то же время не отпугнуть серьезным подходом к учебно-тренировочному процессу? Николай не начинает свои занятия со сложных технических элементов и неповторимых тактик. Он помогает ребятам постепенно влюбляться в спорт. Он, в первую очередь, должен адаптироваться. Второй момент – начать получать удовольствие от вот этих рутинных моментов, где мы работаем где-то над дриблингом, где-то над взаимодействием. И уже в процессе этой работы ребенок начинает постигать, соответственно, саму игру и получать от нее удовольствие. На тренировках у Николая Бодрухина ребята внимательно слушают все указания педагога, запоминают технику выполнения упражнений, стараются ловко перемещаться, высоко прыгать и метко бросать. Таким образом, поставили себе цель стать хорошими баскетболистами и упорно к ней идут бок о бок с наставником. Мне очень нравится баскетбол тем, что это, во-первых, команда игра. И это не просто вот ты взял мяч и побежал и занес корзину. Это нужно думать свое каждое движение, продумывать в защите свои действия. Тут не просто бегаешь с мячом, тут нужно соображать. Один хороший человек сказал, баскетбол – это легкая игра для умных. В конце этого месяца начнется набор детей дошкольного возраста в секцию баскетбола на коммерческой основе. Тренировки будут проходить по субботам и воскресеньям. А со следующего учебного года первоклассники тоже смогут заниматься этим видом спорта.